Как научиться любить себя? Это наука, которая передается не словами, это наука, которая передается от бабушки к маме, от мамы к дочке. Это то, когда мы очень хорошо понимаем, что нам хорошо, от чего нам комфортно и приятно. И первый шаг к тому, чтобы полюбить себя, это отслеживать свои потребности. Это спать, когда хочешь, это кушать то, что тебе нравится, это когда нужно говорить «нет». И есть такой очень хороший женский способ сказать «нет». У нас очень три сильных пространства есть внутри, женских пространства. Это уровень живота, это маточка, это уровень сердца, это наше сердце, плюсовой центр, и это наша интуиция, межбровный центр. И когда ты не хочешь что-то делать, и ты хочешь сохранить свое пространство себя, потому что любовь к себе – это ты, это твое пространство, это то, что ты выбрала, и то, что тебе нравится. Первое, у меня болит живот, потому что проще поверить, что это на самом деле так, чем проверять, что там болит. Второе, это что-то сердце вещун, не надо тебе туда ходить, или чувствую, не нужно мне туда ходить, и не делайте то, что вам не нравится. И третье, это мне было видение. Это мне был сон, или я что-то такое ощутила и почувствовала, поэтому я не буду этого делать. Это умение говорить «нет». Начните с этих трех шагов.